Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко надеется закончить футбольный сезон не хуже своего предшественника, бельгийца Франка Веркаутерена. Самарские дзюдоисты завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях памяти Марата Бибарцева. Самарцы – олимпийские надежды спортивной гимнастики. Ева Сашникова завоевала серебряную медаль, а Давыд Крючков стал бронзовым призером в многоборье по программе второго разряда на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике «Олимпийские надежды». В Брянске за места на пьедестале почета вольные упражнения демонстрировали около сотни юных спортсменов со всей страны. Никита Верещагин, Евгений Кушнир, Алико Джиланза и Марьям Есеркеева завоевали золотые медали мемориала Марата Бибарцева. В Перми на всероссийском турнире по дзюдо памяти заслуженного тренера России сборная Самарской области дополнительно заработала еще 3 серебряные и 3 бронзовые награды. Состязание носит статус мастерского турнира, а значит, чемпионы получат звание мастер спорта России. Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко надеется, что его команда по итогам чемпионата страны по футболу займет место не ниже 10-го, а то и поднимется на 8-е. Об этом он заявил на одной из самарских радиостанций. На данный момент «Крылья» 12-е. На зимних каникулах Скрипченко займется подбором новых игроков. Сейчас на примете защитник воронежского «Факела» Виталий Шахов. Его команда играет в более низкой лиге, футбольной национальной, и занимает 5-е место. В этом сезоне Шахов сыграл за «Факел» 18 матчей и забил 3 мяча. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.